Сегодня глава государства вручил государственные награды сотрудникам Комитета государственной безопасности за задачи в сфере обеспечения национальной безопасности. К сожалению, сегодня имена, фамилии и обстоятельства оперативного задания, которые выполняли эти сотрудники, раскрыть нельзя. Ну, такова специфика специальных служб. Но важно одно, или главное сегодня сказать то, что эти ребята выполняли или провели уникальную специальную операцию по освобождению наших граждан с чужой территории. Довольно много их было, порядка 70 человек, которые фактически оказались в плену. И этим людям, нашим гражданам, по факту угрожала опасность жизни и здоровью. Уникальность этой операции в том, что они были готовы, конечно, и применять оружие, но настолько профессионально была проведена операция, что они не сделали ни одного выстрела и вывезли наших граждан с территории чужой страны. Вернули этих людей в семьи, дома. Наверное, в семьях и не надеялись многих увидеть дома, потому что ряд граждан, к сожалению, погибли. Об этом сегодня говорил президент. И наши сотрудники вывезли только их тела. Эти ребята проявили действительно героизм, отвагу, выполнили с честью и достоинством эту операцию. Ну и вообще глава государства ставит задачу, это самая главная задача, наверное, обеспечить суверенитет, защиту конституционного строя. А под этими словами прежде всего просматривается что? Это защита жизни наших граждан, обеспечение безопасности нашего белорусского народа. Вот на это нацелены сотрудники всех силовых структур и специальных служб. И они эту задачу выполнили добросовестно, безукоризненно, не допустив ни одной ошибки, за что и были представлены государственным наградам.